всем привет! У нас впереди 5 прекрасных минут и 10 самых красивых голов по рематч молодежной хоккейной лиги. Молодежка Спартака приехала в Ступино к капитану, и ступинцы забросили очень красивую шайбу в ворот красно-белых. Сделал это Алексей Рыбин, но я бы, конечно, обратил внимание на передачу Александра Кулагина. Рыбину надо было попасть, ну, в пустой угол, что он и сделал, и этот гол попадает у нас на 10 место. Дальше немедленно отправляемся в Латвию. И здесь смотрим на то, как забрасывал Антон Синегубов. А забрасывал он прекрасно. Убрал под себя и бросил под защитника прямо в ближнюю девятку. Идеальный по точности бросок. Красная армия приехала, на мой взгляд, к самой молодой команде молодежной хоккейной лиги в гости к СКА «Варягам». И Александр Черный, кстати говоря, не первый раз там попадающий в хит-парад, залезает к нам вновь сюда, в этот список, на этот раз на 8-ю строчку. Александр Черный, Красная армия, 8-е место. Шапшников и Пугачев у него в ассистентах, но Александр Черный все сделал сам. Далее отправляемся мы в Казахстан, в Нур-Султан, и здесь омские ястребы, на классе играли против снежных барсов. Никита Скоробогатов, 7-я строчка. Кирилл Казаков и Герман Волошин в ассистентах у Никиты Скоробогатова, который, конечно, идеальную просто паузу сделал, обыграл, подключился к атаке, ну и, естественно, забил. Этот матч вообще получился достаточно забивным, но вот еще одна шайба омских ястребов – это Алексей Прокопенко, ее автор. Но я бы обратил ваше внимание вот на этот нюанс, на то, как Арсений Грицук остановил шайбу, которая летела по воздуху. Чинак такую передачу сделал, ну а какая разница, Грицук все равно ее смог остановить, и дальше уже Прокопенко забил. Далее, СКА «Варяги» против Красной армии. Вновь мы обращаем внимание именно на эту встречу. Как я уже говорил, у СКА «Варягов» много молодых ребят, ну и, естественно, они все очень и очень талантливые. Матвей Горбушин выдерживает паузу и переигрывает вратаря соперника. Обратите внимание еще и на передачу в падении. В общем, все здесь было сделано очень здорово. Далее уже к московским командам. Московское дерби «Крылья Советов» «Динамо». Все борются за плей-офф. Динамовцы в кубковой восьмерке. Крылья Советов пытаются догнать эту самую восьмерку. Так что матч принципиальный. Ну и здесь, как мы видим, динамовцы забросили очень интересный гол, который на счету Егора Смирнова. Идем далее. Снежные барсы. Посмотрим, как забивали они. А то вот так вначале все получалось, что в их ворота залетало. Ну вот тут забили именно барсы. Сайко. Это бронза. Обратите внимание на всю комбинацию. Сколько здорово здесь передачи и налево, и назад. Ну и в итоге Вислав Сайко забивает. Далее на второй строчке «Реактор», который тоже борется за кубковую восьмерку. Правда, отстали нижнекамцы уже далековато, но тем не менее Тимофей Барсуков. Смотрите, какой гол забивает. Да, это не самый красивый гол предыдущей игровой недели, но это серебро. И это сольный проход, прекрасный. Посмотрите, с обыгрышем сразу трех игроков и плюс еще вратаря. Вот здесь раз, вот здесь два, вот тут три. Ну и осталось обыграть голкипера, что Барсуков сделал. С большим удовольствием. Ну а самый красивый гол у нас вот от желтеньких, от Атланта. Ну посмотрите просто как. Из-под ноги. Вау! Даниил Шушин. Красивей на прошлой неделе не забивал никто. Даниил Шушин, золото. Атлант. Прекрасно. Красиво. Артем Батрак для вас озвучивал.